Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игрушка под названием Backshot Roulette. Будем играть своего рода русскую рулетку, только без револьера, а с дробашом. Может быть, еще с чем-нибудь. Я в нее еще не играл, будем прямо с тобой вникать в суть игры, но уверен, что многие на ютубчике ее уже видели. У многих блогеров, и известных, и неизвестных, и, возможно, даже сами уже поиграли. А я вот только... Почему я в туалете? Я думал, я за столом окажусь, и там будет какой-то вредный, ужасный чувак в меня стрелять. Или я в него, но что-то я как бы... Что мне надо делать? Отсюда выйти как-то? Ага, вот, в дверь. Оу! Клуб! Мы в клубе! Прикольно. К чуваку подойти можно? Нет, нельзя. Ладно, идем снова в дверь. Нет проблем. Я такой вышибал с ноги в себе. Во, вот он, этот уродец! Подпиши отказ от претензий. Ну, давай посмотрим, что там у нас. Что, мне имя свое надо вписать? General Release of Liability. Или еще там написано, ладно. Бабай. Я подписал, все. Enter. Бабай. Нормально. Что вообще происходит? Я не понимаю. Дилер. Бабай. Один боевой, второй холостой. Прикольно звучит, но на самом деле два холостых. Я вставляю патроны в случайном порядке. Ладно, только я первый, да, стреляю? Ну, понятно. Что ж, давай попробуем. Дилер пропустит ход, если вы выстрелите в себя холостым. Беру ружье, стреляю в себя или в дилера. У каждого по две жизни, вот это вот. Две штучки, там, черточки зеленых. Стреляю в себя. А! Моя башка! Ха-ха, осторожнее. В следующий раз тебе не так повезет. Прикинь, если бошку, короче, черепуху раскроил, меня взяли и разрядом... Ах ты, скотина, ему холостой попался. А меня взяли и разрядом, короче, воскресили. И бошку тоже разрядом восстановили. Ну все, там же был один боевой, а он двумя холостыми стрелял. Смотри, три боевых, два холостых теперь. Ладно, заряжай. Они попадают в патронник в скрытой последовательности. Ну ничего, ничего, сейчас разберемся. В этот раз я стрельну в дилера. А то у меня один хп. Не буду рисковать. Да, холостой, прикинь, холостой. Ну хорошо, хорошо. Твоя очередь, давай. Козлина, а? Ты посмотри на него. Повезло, что остался разряд. Ага. Поднимайся, бабай. Ночь только началась. Ну да, мы клубиться еще должны всю ночь. Че, погнали по новой, да? Меня воскресили, причем в толчке. Спасибо. Как же антисанитария? Точнее, санитария. В общем, пофиг вообще. Я в клубе. И я такой знатный игроман, что я иду снова себя убить, походу, да? С возвращением. По две жизни опять у меня и у него. Начинаем также с одного боевого и с двух холостых. Ладно, в этот раз я буду поумнее. Он первый стреляет, да? А, нет, он зарядил. Я буду поумнее и опять стреляю в себя. О-о-о! В этот раз мне повезет? Да, прикинь, мне повезло. Хорошо, хорошо. Давай, дилер, твой ход. А, я стреляю опять? Ну тогда я в дилера выстрелю. Да нет, ну блин, это не круто. Чего ж мне так не фартит-то? Да, дилер явно читерит. Козлина. Ну ничего, ничего. Да блин, ну с одной жизнью я уже его не вывезу. Давай. Дилера стреляем. Да ёлки-палки. Надо было в себя. А, он в себя стреляет, смотри-ка. Ладно, значит, следующий выстрел я в тебя стреляю. Еще раз в себя стреляю. Опа! Башки не себе снес. Красавчик. Не я один такой дебил в себя стрелять. Ну, что, в него, конечно. Бабах! Хорош!
Щепки полетели, он там, по-моему, вообще из здания вылетел. Ну все, дилер сдох. Бабай побеждает. Второй уровень. Вот что это означает. Давай-ка сделаем игру поинтересней. Давай, я только за. Два предмета. Больше предметов перед каждым раундом. Угу. Наручники. Куда мы их положим? Ну, давай сюда. Лупа. Сюда. Все, больше нету ничего. О, по 4. Один боевой, другой холостой. У него нож и банка пива. Лупа, взгляните на текущий патрон в патроннике. Наручники, дилер пропускает следующий ход. Ага. Ну давай, значит, один холостой, один боевой. Давай в дилера. Хорош! Нормально, мне это нравится. Выползает из своей коморки темной. Ну че? Ну там холостой, понятно, он в себя стрельнет. Мог бы и в меня. Следующий раунд вытаскиваем еще по предмету. Опять наручники. Ну, давай с этой стороны. И что еще? Год. Подписано богом. Подожди, а почему? Блин, надо было это скорее. Надо было это выложить. А, так как я не успел, то и все, и бумажку у меня эту забрали. Короче, два патрона боевых и два холостых теперь. Интересно, что эта бумажка делала? Значит, два боевых, два холостых. Я хочу на него наручники надеть, чтобы он пропустил следующий ход. Давай-ка, надевай. Надевай, надевай, надевай. Теперь мы... А что нужно делать? А, это ножовка. Дробовик наносит 2 единицы урона. Неплохо. Давай, сделаем. Почему нет? Ого-го. Сильно будет. Очень сильно. В дилера, конечно. Поехали. Плохо. Очень плохо. Восстановилась. Но так как он в наручниках, я еще раз в него стреляю. Давай, поехали. Хорош. Жалко, только я ножовку профукал. Угу, наручники, все. А, пивасик, ах ты козлина. Так, вытащил один холостой. О-оу. Мне сейчас будет очень больно. И закуривает сигарету. А сигарета что дает? Понятно. Ну что, погнали. Мне сейчас хана будет. Ой, больно как, да? Сразу минус 2. Ну все, холостые, получается, кончились. Сейчас только боевые остались. Вот сейчас бы ножовочку мне. Ну ладно. Может, попадется, кстати. О, как знал. Что еще? Баночка пива. Отлично, давай сюда. Ну, я думаю, что 3 патрона боевых, 2 холостых. Ладно. Я уж думал, он сейчас стрелять будет, он просто зарядился. Ладно, там по идее. Давай, короче, вот что сделаем. Берем лупу. Смотрим, боевой. Ага. Все, нет проблем. Отрезаем тогда. По-хорошему делаем. Пивасик. Передний затвор извлекает текущий патрон. А, нет, все понятно. Пиво это не здоровье поднимает, а патрон вываливает. Все, стреляем тогда. Дилер или вы? Дилер, конечно. Надо было еще наручники на него надеть. Хорош. Минус 2 и одно здоровье осталось. Можно я сейчас на него наручники надену? Пожалуйста. Ну, по идее, у него напильника нет, поэтому... Смотри-ка, хочешь посмотреть патрон? Очень любопытно. Все любопытно. Боевой, да, там? Ну, раз он в меня стреляет, то боевой. Ну вот и все. Мы остались с тобой, считай, в ничье. Положение у нас не очень крутое. И у тебя, и у меня. Так, я сделаю вот что. На всякий пожарный. Все, чтобы у меня было 2 попытки. Дилер. Угу. Вовремя наручники надела на нее. Не убирай ружье, а стреляем еще. Да елки-палки, нет, я просрал. Просто надо было в себя выстрелить. Да меня это все равно не спасло. Я сдох. Лошара. Спасибо, что опять воскресил меня в толчке своим мощным разрядом.
Да, я знаю, что ночь только началась. Надо же ушатать этого чертова дилера. Погнали опять. Басы, конечно, огонь здесь. Эй, выходи, дилер. Шмиллер. С возвращением. Ага. И тебя тоже с возвращением. А, мы со второго начинаем? Ну, круто. Раз так. Это очень хорошо. Значит, сначала... О, сигаретки. Сейчас узнаем, что дают. Пиво сюда. Все, шикарно. Я-то думал, все с самого начала. Ну, а, по количеству патронов-то реально все с самого начала. Ну, хорошо, пусть будет так. Второй этап продолжается. Сигареты. Снимите стресс. Возвращает один раз заряд. Понятно. Здоровье, то есть, поднимает. Ну, давай. Вот. Мы выпьем пиво и вытащим патрон из затвора. Боевой вытащил. Ну, по такому поводу можно и в себя стрельнуть. Удивлен? Да, я бы не сказал. Вот, лупан, это вообще хорошо. Это шикарно. Блин, мне интересно, что за бумагу я тогда достал с подписью «Бог»? Потому что всего по два предмета достается-то. А я как бы три, получается, вытащил. Значит, ладно, давай рискнем. Сейчас мы посмотрим все-таки патрон, потом отрежем. Ага, холостой, ладно, ладно, не будем тратиться. Не будем тратиться, себя выстрелим. Типа мы такие крутые, да, смухлевали, посмотрели по патрону и в себя стреляем. Типа, а дилер так не сможет. Что, еще разок? Ну давай в дилера. Вот так-то. Все получается по холостым. Сейчас он вытащит боевой. Отпилит. И мне крындец. Блин, выстрелы, конечно, очень мощные. Минус 2, понятно. Ну чё, давай я сейчас попробую отпилить и в него шмальнуть. Так, еще напильник, спасибо. Щедро с вашей стороны. Угу. Три боевых, два холостых. Ладно. Сейчас я, короче, на него наручники надеваю. Давай. Потом сигаретку выкуриваю, чтобы восстановить себе здоровье. И отпиливаю у ствола. Точнее, ствол отпиливаю. У ружья. У дробаша. Чтобы максимально ему... тащить. Надеюсь, что мне повезет и там будет боевой. Еее, вообще хорошо. Так, так, так. Выползает туда мрачная башка. Теперь я еще раз отпилю нафиг. Я не знаю, мне повезет настолько, не повезет, но было бы неплохо на самом деле. Давай рискнем. Давай рискнем. Если я сейчас в него стреляю боевым, то все, я победил в этом раунде. Давай еще разок. Пожалуйста. Черт! Нет, не повезло. Не повезло. Хорошо, хорошо. Значит, осталось еще два холостых. А, он лупу использовал. Че, в себя стреляешь? Сигарету выкуривает. Не торопится стрелять, не торопится. Хватит уже курить, бухать. Стреляй уже, мы играем все-таки. А, холостой там. Да, да, он же лупой посмотрел, нафига он это сделал? Нафига? Интересно. Очень. Он что-то знает. То, чего не знаю я. Значит, если был боевой, еще один холостой должен быть. Давай в дилера стреляем, короче, пофиг. А, отлично. А что, подарочки-то будут еще какие-нибудь? Что-то уже второй раунд про... Во, подарочки, отлично. Лупа, ножовка и все. Поровну. Три холостых, три боевых. Ну давай посмотрим, что. У него один хп остался, поэтому можно в него лупить. Прям и ножовочка еще. По полной его сейчас продыряем. Держи картечь.
Оу-оу-оу. Куски крови просто на моем лице оказались. Все, дилеру хана. Вызывайте нового. Бабай побеждает. А следующий уровень, что-то он какой-то там адский, там прям черепок нарисован. Вот это что значит? Что за черепок? Типа, все, мне хана? Что ж, вот и подошло время финальной дуэли. Больше никаких дефибрилляторов, никаких переливаний крови, только ты и я, и наш последний танец на грани жизни и смерти. Нифига себе, что это? Что вообще происходит? Отрезает провода от нашего жизнеобеспечения. 4 предмета каждому. Ладно. Пивко, как тут без стресса, не сигареты, все, стрессовая ситуация. Пивко надо обязательно попить и закурить. Потому что иначе вон те ножи обрежут нам ХП, все. Правила ты знаешь? Конечно, знаю. А ты знаешь правила, дилер? Так, 2 холостых, 1 боевой. Ну, чё, как думаешь, первый был боевой, значит, я думаю, давай стрелим в себя. Он не может быть боевым сейчас, вот прям, фух, пронесло. Значит, следующий будет боевой, хотя не факт. Давай в дилера. Да! Есть! Следующий раунд. А, ну у него будет по-любому холостой, так что мы сейчас сразу следующий раунд. Давай уже, не выпендривайся. Новые предметы подгоняйте нам. Так, еще сигарета. Ножовка, отлично. Наручники. Вот сейчас надо будет... Ой, наручников дофига, сейчас заюзаем наручники. А, вон какая очередность, все понятно. Но она как бы вообще не играет роли, потому что все рандомно. Наручники одеваем. Смотрим теперь. Что там по патрону? Можно отпилить. Ножовочкой отпиливаем. И лупим по нему. Дилер. Вкуси картечи. Мощно. Минус 2 хп. У него, короче, раз, два, три, у него вообще 3 ножовки, он может, если удачно попадет, меня вынести сразу же. Так, у него наручники, я бы еще... А, еще наручники на него не одеть. Понял. Значит, пивко это мы сейчас, значит, вытащим патрон, давай это сделаем. Давай. Мы воспользуемся этим. Боевой вытрих. Ну, ладненько. Давай в дилера еще раз стрельнем, не буду рисковать. Мимо. 2 холостых покинуло патронник. Значит, есть вероятность того, что сейчас у меня боевой прилетит. Интересно, да, что лупаем мы не рассматриваем ружье, а просто луп убьем и вытаскиваем патрон. Точнее, смотрим патрон. Ты задрал восстанавливать ХП. В себя стреляет. Опять разбил лупу и в себя лупанул. Как это вообще называется? Ты мне поддаешься, что ли, или что? Ну хорошо. Хорошо. Наручники надеваем. И все, в дилера, что? Мимо. Он на самом деле лишь выжидает момент, чтобы потом отпиливать дуло и просто... Все, там боевые остались, он сейчас будет пилить, короче, ствол и в меня высаживать всю мощь. Да, пожалуйста. Я бы на его месте то же самое сделал. Но у меня есть сигаретка. А сигаретка восстанавливает всего 1 хп, а он мне убирает 2. Теперь я в него стреляю. А я могу в него стрельнуть прям... А, все, патроны закончились. Так. Дайте мне сигарету, пожалуйста. Сигарету. Да ну, нафига мне ножовка, мне сигарета нужна была. 3 боевых, 2 холостых. Ну что, поехали. Выкуриваем сигаретку.
Надо восстановить ХП. Блин, это очень напряженный бой. Дуэль двух дебилов. Че, давай ему наручники наденем. И отпилим ствол. Я думаю, что сейчас должен быть боевой, по идее. Но это не точно. Ах, хорошо, так как? Еще раз можем в него выстрелить. Но я думаю, что будет сейчас холостой. Будет сейчас холостой, поэтому в себя. Ну хорошо, что хоть дуло было не обрезано. Что ж, значит, два патрона минус. Один боевой и два холостых осталось. Сейчас мы выясним. Сейчас мы все выясним. Так. Разбил лупу, а значит, будет стрелять в себя, да, наверное? Или в этот раз он наручники мне надел? Ну и хорошо, там все равно один холостой, один боевой. Так, холостой он в себя пульнул. Как интересно, да, он да, что творит. Хитрец какой. Все, сейчас мне будет очень больно. Жулик! Я другого ничего сказать не могу против него. Так, получается все, патрики закончились. Наручники снялись. Давайте, вот, лупа хорошо, ножовка сюда, пиво отлично, сигарет, вот. Вообще нормально все выпало, прям как надо. 4 и 2 холостых, ага. Ставки повышаются, больше боевых, нежели холостых. Я сейчас точно в него стреляю, я больше чем уверен, что сейчас будет боевой. Почему-то вот мне кажется, что будет боевой. Без луп, без пива вообще я вот прям предчувствую, что будет сейчас боевой. Да! Чуйка меня не подвела. Хорошо. Надо было, правда, наручник на него надеть. Ну ладно, пофиг. 3 боевых осталось, 2 холостых. Готов? Да я всегда готов. А к чему готовиться-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Мы теперь не видим, сколько у него здоровья. Наручники надел. Ах ты засранец. Боевой один. Так, 2 боевых, 2 холостых осталось. 2 боевых, 1 холостой. Больновато сейчас будет. Ну ничего, потом мой ход. У него там, по-моему, 3 хп оставалось. Короче, ножницы отрезали... у компьютера провода, и теперь мы не можем следить за здоровьем. А я думал, что... Опа, и я теперь не могу следить за здоровьем, да? Но мы-то знаем, что у меня один остался. Один хп. Так, я всего 2 предмета могу. Вот сюда. Вот, лупа, это прям хорошо. Нет места. Ну, а что я могу сделать? Не повезло, да? Мне не повезло. Так, 5 боевых, 3 холостых. Ага, понял. Понял. Так, сигаретку обязательно. Конечно, с ножовочкой мне это не так повезет, но ничего. Теперь давай посмотрим, что там по патронам. Боевой. Все, ножовка в дело идет. Ножовочкой отсиливаем. И у него 3 хп, 3 хп. По-моему, было 3 хп у него. В дилера, конечно, стреляем. Блин! Надо было наручники еще надеть. Ай-яй-яй, вот я дубина. Ого. Бабки? Че там, подожди. Я почему-то думал, что у него 3 хп было, а у него 2 оставалось. Бабки, прикинь. Я богат, я выжил. Я сделал дилера, я ограбил казино, елки-палки. Усилиями своей жизни, да? 70к баксов. Победить в игре. Поздравляем, бабай!
Сделано выстрелов 26, извлечено патронов 51, взломано дверей 6, выкурено сигарет 4, выпито пиво в миллилитрах 660. Всего денег 62 130 баксов. Нажми любую кнопку, чтобы выйти. А почему мне достижения дали же на 70к? А я денег получил всего 62 тысячи. Так, а где остальные бабки? Кто у меня стырил еще? Комиссию, что ли, кто-то взял? Нажмите любую кнопку, чтобы выйти. Ладно, давай. Выходим отсюда. Что, все получается? Да, игрушка такая лайтовенькая. Открыт режим. Все или ничего. А, еще режим какой-то открылся. Игрушка лайтовенькая, стоит недорого. Мне понравилась, крутая игра. Прям класс. Все или ничего, режим открыт. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть еще, как я играю в эту игру, но в новом режиме, то с тебя лайк и подписочка. И тогда мы увидимся в новом ролике по этой игре. Или не по этой игре. Ставь лайк и подписывайся. А там уж разберемся. До встречи, увидимся в новом ролике.